Долгое время единственным публичным местом для просмотра шедевров советского кинематографа в Сургуте было деревянное здание кинотеатра «Октябрь». Предшествовали ему передвижные и стационарные установки, которые в основном курсировали по рыбацким, лесозаготовительным бригадам и по поселениям. «Октябрь» открылся в 1951-м. Фотографий внутреннего убранства практически не сохранилось. Есть несколько снимков фасада. Сургутянам кинотеатр полюбился. В начале 50-х в тогда еще селе жили около 5000 человек. «Октябрь» построили на высоком берегу реки Бардаковка на остатках фундамента Троицкой церкви. Сейчас это улица Гагарина. В 65-м Сургут из рабочего поселка стал городом. Увеличилось население. Роста требовала инфраструктура. Провели и реконструкцию кинотеатра. Купить билеты на сеанс было исключительным везением. А перед началом кино, рассказывают старожилы, устраивали танцы, превращая показ в настоящий праздник. Кинотеатр «Октябрь» снесли на рубеже 80-х и 90-х годов. Тогда в городе уже действовали два капитальных зала «Рубин» и «Аврора». 470 сургутян уже воспользовались программой обмена квартир от «Брусники». Узнайте подробности программы на сайте brusnika.ru.